Друзья, всем привет на канале Просто Германия. Сегодня у нас такое небольшое видео. Короче, тема будет сортировка мусора в Германии. И такая совсем узкая сортировка. Ну, например, многие из вас, девочки, покупают вот такие патчи под глаза, да? И, может быть, у кого-то возникает вопрос, как их сортировать и вообще в какой мусор их выбрасывать. Ну, я думаю, по поводу упаковки у вас вообще вопросов нет. Их, вот эту пластиковую упаковку, мы выбрасываем в пластиковый мусор. Это желтые вот эти пакеты, да, гельбестоне, да, мы выкидываем. А вот сами патчи, вроде как бы их тоже надо, да, в гельбестоне. Ну, вот вопрос, куда, как вы думаете? Ответ прост, обратите внимание, вот если вы возьмете вот эту упаковочку перевернете, здесь даже производитель, он указывает, куда и что бросать. Вот они пишут Richtig trennen, да, Richtig trennen — это правильно сортируйте. Если вы знаете, может, кто не знает, сортировка мусора по-немецки — это Müll trennung, ja? Müll trennung. Ну, соответственно, здесь вот они указывают Richtig trennen Gelbetone и Restmüll. В общем, гельбетона — это фолия, то есть это вот эта упаковка, да, и подложка, на которой они лежат. А Restmüll — это непосредственно вот эти патцы, которые мы приклеиваем под глазки. Вот здесь прямо это все указано. Ну, кстати, вот эта такая инструкция есть не на всех таких подобных патчах под глаза. Я вот, у меня там разные есть, да, варианты, но только я вот на вот этих патчах я это увидела. Это от торговой марки Rossmann. Вот это вот Isana. Торговая марка Isana — это магазины бытовой химии торговой марки Rossmann. Вот тут прям написано. Только вот на этих патчах я увидела вот такую вот маркировку. Больше ни на каких патчах я такого не делала. Ну, например, там есть патчи из магазина ДМ, Мюллер, Дуглас. То есть это вот впервые я вот такое встретила. А вы как вот вы обращали внимание на тех патчах, которыми вы пользуетесь, или масках для лица? Как и куда сортировать? Потому что вот иногда задаешься вопросом. Ну, в принципе, вот здесь прям такая подсказка, как и куда. Обратите внимание. То есть вот эти вещи мы сортируем так. Я надеюсь, что вы как бы знали это. Вы, может, и не знали. Поставьте свои комментарии. Может, еще какие-то штучки-дрючки вы интересные встречали. Я вам желаю хорошего настроения. Всем пока-пока. Чус! -пока.